Новые подробности об ужасном убийстве членов семьи, чьи трупы были обнаружены в начале недели. 9 месяцев спустя. Я не хотела сюда переезжать. Старый дом нам был не по карману. К тому же здесь происходит действие моей новой книги. На этот раз она интересная? Я напишу самую лучшую книгу на свете. У меня такое классное предчувствие. От продюсеров фильмов «Паранормальное явление» и «Астрал». Да неужели? Семейное барбекю 79-го года. Это семья, которая жила здесь. Думаете, это серийное убийство? Не знаю. Первые пленки датированы 60-ми. Единственная связь между ними – этот символ. Символ обозначает языческое божество по имени Багул. Он пожирает души человеческих детей. Тому, кто его увидит, никогда еще я не сталкивался с чем-то столь серьезным. Первые христиане считали, что Багул живет в самих изображениях, являющихся порталами в его мир. Спасения нет. Детям, увидевшим его изображение, похищение грозит больше всего. Милая, что случилось? Я хочу в ее фотографию. В чью, солнышко? Стефани, она жила здесь. Тревор? Что такое? В чем дело? Сажай детей в машину. Мы уезжаем немедленно. Синистер. Где этот клуб? Уже пришли. Неизвестно о судьбе 50 человек. Обеспокоенные родственники ищут ответы. Дочь моего босса пропала. Она все, что у меня есть. Найдите ее. Она жива? Была, когда я ее видел. У меня есть только 24 часа. Чтобы найти ее, мне придется пережить все заново. Приготовьте все, что у вас есть. Если он вас поймает, вы будете мечтать о смерти. Вы должны помочь нам найти ее. Вы единственный, кто был в этом аду и выжил. Здание буквально напичкано ловушками. Он выбирает жертву из заложников. Уходи! Бегите! Все готовы? Поехали! В этой дыре даже GPS не работает. Оно недостойно глобального позиционирования. В этом весь смысл. Исчезнуть с радаров. Эй! Вряд ли эта дрянь принимает кредитки. Написано же, закрыто. Мы ищем. Как оно называется? Теламон Роуд. Туда могу отвезти, а обратно?
Сами выбирайте. Вот это ништяк! Думаете, все тот же сюжет? Да ладно. Думаете, то же место? Обломитесь. Ягнята прошли внутрь. Прямо на бойню. Ну что, пора зажигать! Да я тебе говорю, тут в натуре что-то происходит. Продюсер Джосс Уэдон. Что это такое? Нужно держаться вместе. И автор сценария «Монстра» Дрю Годдард представляют. Нет, неправильно, нужно разделиться. Вот это верно. Вы что, издеваетесь? Этой весной мы выберемся отсюда. Кто-то прислал этих тварей, чтобы убить нас. Откройте. Вы не поняли. Они хотят наказать нас. Секрет домика. Домик в лесу. Думаю, я могу спуститься вниз. А может, не надо? Скоро на экранах. Поехали! Я знаю одного чувака в Москве. Слышали о Чернобыле? Да, катастрофа на атомной станции. Точно. А знаете, что такое экстремальный туризм? Ну ты вообще. Кто со мной в Чернобыль? В 1986 году произошел взрыв 4-го реактора. Выброс радиации был сильнее, чем при взрыве 400 атомных бомб. Город бросили в одночасье. Не было времени на сборы. Заводы, школы, магазины, квартиры, все стоит как есть. Это Припять. Здесь жили работники станции и их семьи. 4-й реактор. Здесь и произошла катастрофа. А тут не опасно? Вот счетчик Гейгера. Он подает сигнал, когда уровень радиации слишком высок. Сразу дай знать, если увидишь движение в воде. Кто еще сможет похвастаться таким рассказом? Пора ехать, а то скоро стемнеет. Кто-то обрезал провода. Контрольная точка Припять. Где вас носит? Вы слышали? Как будто ребенок плачет. Мы точно одни? О боже. Быстрей, быстрей! От создателей фильма «Паранормальное явление». Это животное? Нет, что-то иное. Ходо, ходо! Этим летом. Куда мы бежим? За мной! Мы должны вернуться назад. Только не туда. Должен быть другой путь. Майкл. Привет. Вас ждут. Они идут следом. Не идут, а загоняют добычу. Уходите! Последствия. Они схватили его! Я не уйду без брата! Помогите! Припять! Скоро на экранах. Значит, вы из Лондона? Планируете продать поместье Илмарш? Да. Из местных никто не купит. Чем раньше дом продадут, тем скорее все забудется. Пожалуйста, не возвращайтесь в поместье. Она там. Я не могу уехать.
Зря вы остались. Слушать надо, что говорят. Вы сказали, у вас есть сын. Вы должны быть с ним. Гоняйтесь за тенью, Артур. Беги! Женщина в черном. Она всегда там. Привет. Привет. Опоздал. Малыш, поехали. Вернемся в воскресенье вечером. Здоровая пища, понял? Никакой пиццы. $5, если не скажешь маме. 35 и договорились. Нам нужны тарелки. Папа, смотри, я леди. Класс. Пап, купишь ее? Конечно, красавица. Там что-то есть. Странно, никаких зазоров. Что это значит? Кто-то очень не хотел, чтобы ее открыли. Ты в порядке? Странное чувство. Думаешь, Эмили изменилась? Нет. Что такого в этой шкатулке? Не знаю. Ничего. Не спеши. Эмили! Эмили, не спеши! Понятия не имею, что это такое. Надпись на иврите. Написано «Дипик». Эмили, ты где? Это означает «демон». Чего он хочет от моей дочери? Этот дух забирает детей. Эмили! Мама, что со мной? Открой шкатулку, погибнут люди. Папа! Врачи нам не помогут. Последнее прибежище. Верую в тебя. Крылья его сохранят тебя. Он укроет тебя. Господи. Истина его. Отпусти мою дочь! Видела что-то внутри. И ты готов отказаться от этой красоты? Куда ты, туда и я. Знаете, бывает, на душе кошки скребутся. Будто природа пытается тебе что-то сказать. И голос у вас в голове шепчет что-то. Прислушайтесь. Скорее всего, второго предупреждения не будет. Нет! Пошел отсюда! Назад! Нет! С той стороны не выбраться. О, Господи Боже. Что это? Куда он делся, Джош? Всем срочно вылезти из воды. Вылезайте из воды сейчас же! Помогите, умоляю! Помогите! Здесь 4-метровая белая акула. О, черт! Стой, не дергайся и не ори! Этим ты привлекаешь акулу! Почему она кружит вокруг нас? Забавляется. Ей интересно, что мы будем делать. Держись! Уйди! Давай, малыш! Уйди!
цунами сумасшедшего 3D. Дай мне свою туфельку. Что-что? Чтобы пробить стекло. Ты что, с ума сошел? Они же от Гуччи. В кино с 27 сентября. Остановимся где-нибудь. Я устал. Местные правоохранительные органы и ФБР в поисках любых улик, которые помогут найти пропавшую Эмму Уорд. Теперь у меня есть шанс. Ты знаешь, чем все кончается. Где тут можно поужинать? Есть одно место у Хелен. Отличные стейки. Насколько она тебе дорога? Давай просто не... Эй! Не стоит. Мы его немножечко попытаем, и получим банковские шифры, пин-коды и прочую хрень. Где мы? В заднице мира. Какого хрена вы творите? Лин нашел ее в багажнике. Он вернется за мной и убьет всех вас! Студентов были жестоко убиты. Лишь одну так и не нашли. Это ведь ты, да? И водитель тачки. И есть маньяк, сделавший это. Вы облажались. У меня будет больше шансов смыться, когда он всех вас перебьет. Ты знаешь, кто я? Серийный убийца! Серийный убийца убивает по одному, а я целыми пачками. Давай, выходи! Услышал я голос, грому подобный. Это сама смерть мне сказала. Иди и смотри. Истории нужны легенды, благородные примеры и отчаянные подвиги. Пламенные речи, храбрые герои и великие победы. Победители забывают предательство и трусость, лицемерие и кровь. Правда всегда остается правдой, а ложь становится историей. Над нами тьма, Линкольн, тьма беспросветная. Они убили мою мать. Их сотни, их тысячи, их не остановить. Я верю в то, что сила на стороне правды. Только тот, в ком есть жизнь, сможет убить мертвеца. Но живых уже скоро не будет. Существует научная теория, что паранормальные явления – плод человеческого разума. И призраки существуют лишь потому, что мы верим в них. Группа исследователей собралась доказать эту теорию и создать сверхъестественное существо с помощью разума. Если у нас получится, мы докажем, что все сверхъестественное существует, когда люди в него верят. Эксперимент прошел успешно. Где фонарик? Что это было? Что это, черт возьми? Включите свет! Что с ней произошло?
Мы открыли дверь, и теперь она здесь. Что ему нужно от нас? Оно как вирус. Оно знает, что тебе страшно. Оно переходит от одного человека к другому. Оно хочет быть в нашем мире. Ему нужны мы. Убирайся из моего дома! Стоит поверить, что оно существует, и ты умрешь. Этого нет.